Так, друзья, всем привет. Недавно показывал, как в магазине купил 6 горбуш и обещал посолить, показать, как солиться, будет солиться красная икра из замороженной горбуши, из магазина. Смотрите, если сделать все правильно, то результат получается вот такой, идеальный. Рыба, ой, икра, икра абсолютно сухая, одна к одной, как видите. Видите? Ничего не плывет, никакого отстоя. Получается все классно. Друзья, видео, как солить правильно икру из замороженной рыбы, именно горбуши, которую купили в магазине. Если вам повезло, купили, посолите ее правильно. Видео будет уже сегодня на канале, 12 часов дня по московскому времени. Подписывайтесь на канал, всех жду в гости на премьеру. Результат вот такой.